Друзья, сегодня хотел бы поговорить с вами о том, что может означать отсутствие секса в семейных отношениях. Действительно, многие семьи живут в этом отсутствии секса. Когда, я считаю, нет секса? Когда его нет месяц и более? Я сейчас не говорю о возрастных изменениях, я сейчас не говорю о людях старшего поколения. Безусловно, там другая ситуация. Я говорю сейчас о людях, ну, скажем так, до 50 лет. Если нет секса месяц и более, это говорит о том, что очень много проблем накопилось. Эти проблемы неразрешенные. Здесь и обида, и претензии, и невыраженный гнев, и невыраженный страх, и все что угодно. Это ситуация, которую нужно срочно разрешать либо в бытовой хотя бы психологии с какими-то друзьями, подружками, либо все-таки обратиться к психотерапевту, к психологу и порешать эту проблему. И, естественно, чем более уровневый человек, чем он выше развит, тем сложнее ему переживать вот такую ситуацию отсутствия секса. И здесь можно смело уже говорить о том, что если в отношениях длительное замораживание сексуальных отношений, то либо с одной, либо с другой стороны есть какой-то третий лишний. Потому что, ну, для мужчины это особенно неправильно не вести сексуальную жизнь. Женщина, конечно, более устойчива к этому. Ну, а мужчина, как вы понимаете, физиологически должен сбрасывать накопившееся семя. И понятное дело, что он может этим, конечно, заниматься и в одиночку, но речь сейчас не идет об этом. Ему, конечно, лучше этим заниматься со своей женщиной. Так вот, друзья, конечно, в этот момент, когда в семейной паре между двумя людьми нет сексуальных отношений уже месяц и более, то есть смысл обратиться вам вместе к психологу и разобраться в сути этой проблемы, потому что одной из сторон, как минимум, этот секс жизненно важен и необходим, а другая сторона очень серьезно страдает и, естественно, ищет себе замену, если не находит этого сексуального партнера внутри своей семьи.